Здравствуйте, это формула Бижу. Меня зовут Ольга, я мастер, я делаю украшения. А в своих обзорах я показываю фурнитуру, камни и все, что я использую для создания своих работ. Сегодня спонтанная распаковка, очень маленькая. Покажу всего 3 позиции. Смотрите, вы не пожалеете. Итак, у меня в кадре 3 коробочки, подарочная упаковка. Именно в ней я получила свои таинственные предметы, которые покажу вам немного позже. Кроме коробочек в посылке у меня был вот такой вот пакет. В нем 3 текстильных шнурочка со всеми аксессуарами, с удлинительными цепочками и замками. Визитка. Вот такие вот серьги на крючочках в подарок. Я их еще не рассмотрела, но это что-то такое с покрытием AB. Такое цветное покрытие, как вы видите. И 3 сереньких бархатных мешочка достаточно большого размера. В любом случае приятно получать так тщательно и с любовью упакованную посылку. Но давайте все-таки посмотрим, что же было у меня в коробочках. А в коробочках у меня подвески. По меркам AliExpress этот магазин не совсем обычный. Он специализируется на продаже подвесок из природных камней. Там очень широкий ассортимент, достаточно удобная навигация, меню. И что самое приятное, что вы видите то, что вы покупаете. Вот то, что вы видите на картинке, то вам и пришлют. Один лот, одна подвеска. В общем, никаких сюрпризов и неожиданностей. Это очень приятно. Вот что я видела на фотографии, то я и получила. Еще я хочу отметить, что фотографии достоверные, качество хорошее, никаких искажений. И что особенно приятно, абсолютно правильное определение и атрибуция всех минералов. Чувствуется, что работают люди, которые разбираются в вопросе. Вот лично я вообще не нашла ошибок. Посмотрите, у меня в руках капля из прекрасного мохового агата. Но это не просто моховый агат. Это как раз та история, о которой я очень часто говорю, когда меня просят определить минералы или ответить на какой-то вопрос. Ведь в природе минералы не растут по сорту на грядках или на деревьях. Очень часто они соседствуют рядом, кристаллы прорастают один в другой, и иногда сложно сказать, из чего состоит тот или иной кристалл. Вот здесь все очевидно. В этой прекрасной подвеске гармонично сочетаются 2 разновидности природного агата. Вот такой классический агат с концентрическими кругами охристого оттенка и оттенка терракоты. И он соседствует с моховым агатом, такими зеленоватыми хлоритовыми включениями. И все это на полупрозрачном, таком халцедоновом тоне. Очень красиво. Сейчас мы еще подсветим его. Посмотрите, какая красота. Вы теперь понимаете, почему я затеяла вот эту внеочередную съемку всего на 3 подвески. Открою секрет, будет просто 3 подвески, которые я получила и которыми любуюсь целый вечер. Ну, разве это не прелесть? Микрокосмос. Очень красиво. Размер такой подвески 4,5 сантиметра. Около 3 сантиметров она в поперечнике. Здесь есть на поверхности такие небольшие структурные линии. Вот такого плана, знаете, вот как структура камня идет, они выходят на поверхность. Это участки с меньшей твердостью. Естественно, при полировке они как бы выполировываются и получается такой узор. Но это абсолютно натуральный природный камень. Просто это, конечно, очень красиво. Значит, эта подвеска поступила вот с таким бейлом. Вы видели текстильный шнурок. Ее, в принципе, сразу можно носить. Кто любит и кто хочет в таком варианте носить подвески. Но я, конечно, купила для дальнейшей работы, для комбинации с какими-то своими будущими работами. В общем,
Сплошная красота. Таких подвесок в разных вариантах много. Я оставлю ссылку на магазин, а вы просто ищите и найдете, потому что их там действительно, мне кажется, 20, 30, 40. Вот всякие разные, похожие, непохожие по форме. Очень-очень красивые. А следующая подвеска, которую я получила, это вот такой окаменелый коралл. Иногда его еще называют яшма, хризантема. Много названий, но по сути это осадочная горная порода. Это органический древний коралл, который попадал на морское дно в процессе геологических преобразований на морском дне. Органические соединения замещались по структуре минералами. Замещались они сотни, тысячи и миллионы лет. Рисунок сохранился, но органики здесь не осталось. По сути, это осадочная яшма, которая повторяет рисунок древнего коралла. Вот такие вот преобразования претерпела вот эта подвеска, прежде чем она попала ко мне в руки. Посмотрите, какая прелесть. Я выбрала именно эту подвеску вот с таким вот рисунком. Посмотрите, как красиво. Здесь она такого серо-бежевого цвета, вот с этими вот такими линиями. Здесь не вполне хризантема, а как будто бы астра. Да, вот из центра такие иглы расходятся. И есть цвет горчичный, есть цвет охры на уголочке. Я выбрала именно такой вариант, я его и получила. Единственное, я немножко промахнулась, подвеска слишком большая. Я часто промахиваюсь с размерами. И она такая толстенькая, увесистая. Видите, вот у нее толщина достаточно большая. Размер моей подвески 3 сантиметра ширина, почти 5 сантиметров высота, 9,7 почти сантиметра толщина. Вот толщина немножечко меня обескуражила. Этот параметр я не учла при заказе. Вы знаете, я абсолютно довольна этим образцом. Даже если я не найду ей применение, я просто буду наслаждаться тем, что такая подвеска у меня есть. Здесь есть тоже участок такой более мягкий. Вот здесь по структуре немного камень как бы выкрашился. И есть такие некие рельефы. Если посмотреть под определенным углом, их можно увидеть на всей подвеске, особенно вот в этой части. Более мягкий, там что-то типа известняка, наверное, осталось, не полностью заместилось более твердыми породами. Но вы знаете, в этом вся и прелесть. Это настолько натуральное, такое настоящее. То, что, конечно, безусловно, найдет своих почитателей, своих ценителей. И с таким материалом, с такими минералами, с такими экземплярами работать очень приятно. И я хочу сказать, что про цены в этом магазине, на мой взгляд, для так хорошо обработанных, так достоверно атрибутированных минералов, я считаю, что это очень хорошие цены. Поэтому, кто любит природные камни, ну, я думаю, что надо зайти и посмотреть. Давайте посмотрим третью подвеску. Третью подвеску я получила вот в этой коробочке. Такая многозначительная и приятная надпись. Крафтовая коробочка, крафтовая работа. Посмотрите, какой срез агата я получила. Агат с зарождающимся кварцем. Такой кварцевой друзы. Но это не друза даже, это будущая друза, наверное. Смотрите, какая шикарная подвеска. Мы еще с вами обсудим ее размеры. Но просто это какая-то сумасшедшая красота. Друза, она разрезана на дольки. Посмотрите, как ровно разрезана. Вот здесь вот корочка такая. Вот здесь по краям просматриваются слои агата, а здесь агат переходит
в горный хрусталь или кварц. И как будто бы морозное, покрытое морозом стекло. Это что-то нереальное. По крайней мере, за те деньги, которые я за нее заплатила, это просто восторг полнейший. Единственная сложность, которая у меня возникла с этой подвеской, это ее размер. Она гигантская. Знаете, на экране через телефон, а я, понимаете, да, как снимаю? То есть передо мной стоит штатив, на нем телефон, я смотрю в экран и что-то там в экране вот показываю. То есть я вижу то, что видите вы на экране. И я смотрю не на подвеску, а я смотрю в экран телефона. И вот в экране телефона масштаб, он, конечно, теряется. Его так не видно. В общем, эта подвеска гигантская. Смотрите. Вот ее реальный размер. При этом у поставщика этот размер был указан. Но почему-то я думала, что это будет меньше. Ну, в общем, какая есть, такая есть. Теперь я думаю, что с ней сделать, потому что надо ее отпускать в мир. Она такая красивая. Если вы слышите странные звуки, то у меня там похрапывает собачка. Я снимаю достаточно поздно вечером, собака уже спит. Вот смотрите, да, такая морозная структура. Все время кажется, что вот это вот кружево, оно сейчас как-то разойдется, но оно не расходится. Естественно, это абсолютно гладкий отполированный минерал. Абсолютно. Просто безумная красота. Но я хочу сказать, что подобного плана подвесок много. И вы найдете что-то подобное или что-то свое. На самом деле через такие подвески можно делать, можно самовыражаться, можно делать индивидуальные украшения. Я оставлю ссылку на магазин под видео. Не, ну, не смогу оставить ссылку на эти конкретные подвески, потому что на каждую подвеску своя ссылка. Я ее купила, и ссылки нет. Вот, ну, будет ссылка на магазин, и вы там все найдете. Вот такая красота. Напишите мне, понравились ли вам мои приобретения. Напишите мне несколько слов, 8 или больше. А с вами была Формула Бижу. А пока, всем пока.